Hey, what's up, меня зовут Слэйджик, добро пожаловать в Rocket League в Ранкет соло дуэль. Ребята, как вы видите, я пересел на новую тачку, это Доминус. Обычная, самая обычная Доминус, никакой не GT и тому подобное. И я вам скажу, ребята, что у меня чуть лучше получается играть именно за эту тачку почему-то. То есть не нужно было мне никакую GT-версию и тому подобное, мне нужен был обычный Доминус, поэтому я, наверное, буду приучаться к Доминусу, а не к Авторшоку. Ай, смотрите, что хотел сделать. Что хотел сделать? Не забил гол, тварь! Ну что, сейчас мы быстренько в ответочку-то пойдем. И будем нагинать. К сожалению, у меня сейчас чемпионский Division 1. Был я в Division 3. Сейчас что-то не прет мне. Так. Мащет! Камон. Всего, сосредоточился, Джонни. И выигрывай, давай. Ты же что, просто так Доминус взял этот? Я не понимаю. Оп, хорошо! И гол! Вот это нормально. Найс, ван. Ладно, не хочу ничего отвечать. Спасибо, конечно, братан. Ну, давай помолчим лучше. И посмотрим, кто же из нас лучше всего играет. Rocket League. Оу, щит. Тихо. Какой агрессивный парень. Выбивай. Молодец. Ну... Не так хорошо выбиваешь, бро. 2-2. Все. Это... Просто сосредоточился немножко. Совсем чуть-чуть сосредоточился, ребят. И все. И... Пу! Так. Уу! Слишком сильно. Слишком плохо. Слишком сильно. Подожди, бро. Не надо взрывать меня. Спасибо. Тихо. Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой, очень слишком тупанул. Ай, фак. Я слишком тупанул что-то. У меня аж ебало кривилось. И ёрзался я на столе. Ну все, короче, это его мяч. Ладно. Ну чё, сейчас опять отыграемся. В принципе, быстро отыгрались. Быстро два гола ему нахерачили. Но я не успел перехватить мяч. Ладно. Ничего, попробуем еще раз. Come on. Хоп. О, нормально. Тихо. Вот это вот сейчас некрасиво было. Это было очень некрасиво с той стороны. Так. Хоп. Нет, отсюда не получится мне забить. Ну, вот. Надо было аккуратно тронуть, блин. Он слишком агрессивно летел. Фух, столкнули. Блин, 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 блин. Нужно срочно вытолкнуть, отлично. Так, ну, прям недалеко, конечно, вытолкнули, но... Ой, что-то я фигню творю. Не-не-не. Бро. Бро. Не надо меня стал этот, взрывать. Ау, камон. Ну. Это, блин. Это был такой крутой обманный маневр. Я его профукал. Боже мой, как меня крутит просто. Кружит. Пошел. Отсюда. Хоп. Не-не-не. Щит, ну, ну не могу я, ну что творится, ну? Ну что, почему не получается, ну господи? Такие вроде бы легкие мячи и гол могу забить, но не получается ни хрена. Полетел. Так. На, выбивает, хорошо. Как-то он странно отбил, ну ладно. Почему мяч летит не так, как мне нужно? Тихо. О! Фух, прям сосредоточился. Так, нет, мое. Тихо. Оп. Оп. Оп, перекинули, ну, конечно, не совсем ворота перекинули, но давайте немножко нужно поднажать, потому что... Время не резиновое. Ау, нет. Нет. Фу, лови. Ладно, я шучу, подожди. Меня нитро нету, бро. Нет, лучше я не буду. Нормально. Ой-ой-ой, был бы у меня нитро. Да. Отлично, 3-3 сравняли. Теперь надо четвертый гол, ребята, забивать. Вот тут реально надо четвертый гол забивать. Фу. Главное, чтобы он сейчас никаким кикофом не вывел мяч. О-о-о-о.
должно ко мне ворота. Ну, точнее, к нему ворота, но... Фух, нормально, нормально. Держим на его стороне. Держим на его стороне. Аккуратно мяч держим на его стороне. Хочешь что-то со мной сделать? Не, бро. Нитро, не появилось. Ладно. Аккуратнее, аккуратненько будем. Пытается обмануть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, опасно. Это было очень опасно, ребят. Это было пипец как опасно. Давай, бро! Удар! Не-не-не. Тихо. Отлично, спасли мяч. Успел. Ладно. Тут ничего не сделаешь. Ну, лететь не будешь? Ладно. Ну ладно. Тихо. О! Спасибо! Уу, четвертый гол! Отлично! Все! 13 секунд, бро, пожалуйста. Не надо это сильно. Ой, боже мой, это самое сейчас просто. Будет неудачный кик-офф. Я, блин, не хочу, конечно, об этом думать, но... Нет. Ну, а, слишком высоко. А! Даже не высоко тут дело было. Нет, не докинешь. Фу, все, все. Фух, это было хорошо, это было круто, бро. Ты хорошо играешь. Фух, нам слишком сильно повезло, и мы выиграли. И это очень классно, что мы не проиграли. И... Нет, дивизию не дадут, он суперстар, ладно. Играет хорошо. Выигрываем дальше. На первой победе мы не остановимся, ребята. Идем дальше выигрывать. Вернем дивизион 2. После этого вернемся в дивизион 3. А там уже и... Супер чемпион. Вроде как супер чемпион. Кстати, как я понял, что я тогда играл не совсем супер чемпионом, я играл с гранд чемпионом. Когда еще гадал, какой же это ранг. С крыльями уже получается это гранд чемпион. А вот с такими типа, ну, мелкими штучками это супер чемпион. Оп. Аквадом. Тихо. Оп. Ай, ну это что за, я перекинул как бы. What the fuck. Смотри, что парень делает. Оу, oh, дэм. Тихо. Меня подловить хочет, но я его тоже хочу подловить. Вот, вот сейчас прям как назло нитро не хватало мне. Ну блин, ну как назло, ну серьезно, ну. Так, ладно, здесь захватим быстро. Поехал, давай, 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 ударь. Выбивай, но он резко не будет выбивать. Он уже понимает, что лучше мяч водить. Нет. О-о-о, как он меня обманул. Сори, бро. Ворота. А-а-а, вот это было классно. Вот это было классно. Молодец. Ну, толкнуть надо было его как-то. Так, это я подкинул очень плохо даже. У меня нитро нету. У меня не было нитро, боже мой. Ну. Ах, как не вовремя нету нитро. Чтоб спасти мяч. Отлично. Слишком слабо ударил. Надо было сильнее как-то ударить, чтобы мяч быстрее полетел в ворота. Так, тихо. Оп. Оп. Отлично. Ворота-то пустые. Только надо как-то... Вау. Не-не, не надо меня толкать, бро, подожди. Ща, смотри, хочет взорвать. Ну, молодец. Правильно делает. Меня только взрывать. А! Как он блочит, боже мой, эти ворота. Ну. О, он успеет. А, это был бы красивый гол. Оп. Я понял, что ты его выбивать будешь. Оп. Ты задолбал уже, ну просто. Да он реально не дает никак. Оп, поехал. Оп. Он опять встал. Ой, вот это был вообще не очень блок. Тихо.
Вот так вот по флангу мы его немножечко развели. Вот. Я не могу просто. Постоянно он как-то защищает эти гребаные мячи. Ударь. Ой, только не надо так. Навесом. Так, 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 пожалуйста, пожалуйста. Ай, ну, такое. Нет. Тут не получится у меня никак. Лоханулся. Так, ну хорошо, что он не попал. Блин. Я хочу хотя бы на овертайме сравнять. До овертайма, точнее. Давай! Отлично. Фух. Это было сложно, но я сделал. Боже мой. Ну, это вообще классно. Получилось, мы его оттолкнули просто нафиг, и ворота оказались все-таки пустые. Не хотел понтоваться, чтобы сделать этот черепашки гол, но мы могли его сделать спокойно. Оу! Дай, сука! Уу! Вот это просто жесть! Ух, это было жестоко просто. О май гад. Это было жестоко, ребят. Вот за это, надеюсь, вы поставите жестокий лайк. Вот прямо сейчас, ребята. Backward лайк поставьте. Если, конечно, можно на ютубе. Нет, нельзя. Ладно, ну поставьте лайк. Я буду рад. Ой, начал агрессивно играть. Понял, что все. Смотрите, смотрите, за мной гонится. За мной гонится, пытается. Оу, щет! Да ладно, штанга, какая штанга? Там ворота должно было залететь. Сейчас надо максимально аккуратно играть, потому что... Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Максимально аккуратно, Джонни! Это другое, что ты сейчас творил. Воу! Чуть-чуть немножко по другой траектории бы. И полетело бы ворота. А! Как он защитил? Нет! Нет, 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 нет! Блин, я ерзаюсь на стуле, я не могу. Ху-ху-ху-ху-ху! О май гад! Просто такой, я потею, просто я не могу. Я не могу, у меня сейчас просто зашкаливает все, у меня зрение не фокусируется ни о чем. У меня температура тела поднялась. Так. Все просто, просто, просто. Тяни, тяни время, тяни, 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 тяни. Очень плохая позиция. Очень плохая позиция, бро. Все, парень проебался. Это было, фух. Я реально просто, ну жестко, че, ребята, сердце колотится. Ух, это было, это было классно, это было пипец как классно. Еее, Division 2, отлично. Теперь я рад. И мои эмоции зашкаливают. Ну, ребята, мы откроем последний кейс. Спасибо хочу сказать чуваку с ником. Так, давайте мы посмотрим ник. Вот, Фил Рок. Спасибо, бро, тебе за то, что подогнал мне кейсы. Подогнал мне небольшой дропчик для крафта. Вот этот, видите, новые предметы там. Это подогнал мне вот этот братан. Спасибо, спасибо огромное, бро. Ну что ж, откроем мы Champion One. Последний ключ, потом закупаемся еще больше. Ребят, спасибо хочу сказать просто заранее еще Экземтик, братан, он мне подарил еще один нож. Обязательно в выпуске по Open Case я обязательно тебе еще скажу спасибо, но... Ну, мистер Радикаль, боже мой, мистер Радикаль была! Ладно. Просто, ребят, огромное спасибо, даже Vape Nation, братан, он до сих пор, кстати, заявку не принял, в Steam не заходил. Огромное спасибо за то, что в трейдах кинул нож, братан, спасибо. Если что, ребята, если вы хотите что-то кинуть и вам не жалко, то трейд-офер в описании под каждым видео есть. Вы можете предлагать мне трейд-оферы, самые крупные, самые безумно крутецкие трейды. Я, естественно, буду вам отдельную благодарность в видосе проявлять. Если, конечно, вы какой-то дроп прям в КС-ке делаете, я ваш трейд вставлю, вас отдельно упомяну, спасибо огромное. Вот, всех по возможности буду упоминать, ребята, за такие крупную поддержку. Спасибо огромное всем, вот реально, даже в виде лайков, комментов, все вот это и есть поддержка, за что я вам безумно благодарен. Ребята, спасибо огромное. Я немножко... отдохну эту неделю. Я думаю, на следующей неделе мы продолжим марафон видосов. Не по Rocket League будет каждый день по видосу, но по два видео в день я постараюсь сделать. Тем более, я прикупил Elgato карту. Теперь видео записывать очень легко. На основной канал еще у меня будет время записывать. Но я бы еще с радостью провел стримы.
С вашей поддержкой, я думаю, что мы смогли бы собрать новый комп, а это дохренище контента, причем еще и с монтажами все это было бы классно, да. Я комп собираю лишь только для этого, потому что мне моего хватает для любых игр, на нормале, на максималках, у меня практически все игры тянут, а вот для того, чтобы снимать, монтировать и рендерить, это нужно еще мощнее машину, поэтому я лишь для этого хочу собрать новый комп. Только для того, чтобы делать видео качественно, комфортно и вот так вот. Вот, поэтому не подумайте, что я там собираю комп для того, чтобы играть в 4К какие-то видосы. Мне хватает и так. Я не так сильно играю в игры, но видосы мне делать нам больше нравится, чем просто играть молча. Вот. Ладно, спасибо, ребят, за просмотр этого видоса. Не забывайте ставить большие пальцы вверх под этим видео, подписываться на канал, ставить колокольчик, потому что колокольчик — это поддержка тоже. Потому что вы видите видосы, это у меня. Все, мы заканчиваем. Как раз таки я пойду своими делами заниматься. Все, на этом все. Спасибо, что посмотрели. С вами был FlexGK. Всем удачи, всем пока!